Всем доброе утро. Миланка, смотрите, взяла Лики на очки. Лики, они не очень нравятся. Ликуль, о, Милаш, повернись. Смотрите, какие очки. Но Лики, они не очень идут. Лика не захотела. Такие. Да, они очень хорошие, очень хорошо защищают от солнышка. Ну как? Слушайте. Нормально, ну не прям вау, но нормально. Ну, короче, Лики не нравится. Вчера мы так и не купили. Одни очень понравились, но они не... Ну, с не очень хорошей прям такой защитой от солнышка, как, допустим, вот эти очки. А, это фирма вот Фламинго. Вот эти очень хорошие. Я тут чехол взяла, под рук солнышко. Миланка в платьишке в таком, и Лика у нас в белом платье. Мы идем сейчас гулять к набережной. Пойдем по набережной погуляем. Я сегодня надела платье белое свое любимое. Я его еще не надевала, но оно любимое. Ну, потому что... Ты его еще не надевала? Нет, я этикеточку сняла. Вот. В общем, топаем гулять. Шлепки не снимаются. На самом деле удобнее тут ходить, потому что, особенно если ты идешь в сторону набережной, всегда хочется зайти... А там уже песок. Да, зайти в воду, и шлепки скинула, и... А вперед в воду. И вперед. Ножки снимать. Море. Это все равно заморочки. А в шлепках удобно. Так, сейчас зайдем водички возьмем. Мама тоже. Я хочу зайти в этот акваричек, если он будет еще работать. А, пахлаву всякую. Ты чувствуешь барни? Это, наверное, на обратном пути. Ты чувствовала? Ну, не знаю, Мила. А мама у меня по делам ходила с утра. Сейчас тоже к нам присоединится, подойдет к набережной. И мы вместе пойдем погуляем. Погода сегодня хорошая, солнечная. На сам пляж мы вообще думали поехать на какой-нибудь пляж купаться, но я думаю, что сегодня вода однозначно будет в море не для купания. Ну, мы сейчас посмотрим, мы в любом случае идем в сторону набережной. Мы купальники на самом деле там надели. Ну, может быть, знаете, хотя бы позагорать как-то что-то. Пледы. Ну, там на центральных пляжах там есть всякие лежаки. И можно где-нибудь лечь позагорать. На Ривьере мы вообще вчера показывали, там прям лежаки. Yeah? Да. Ну, в общем, в любом случае, двигаемся в сторону набережной. На Ривьере там уже ничего нет. В сторону набережной погуляем. А мы не на Ривьеру, кстати, идем. Да, мы вообще. Как, по-моему, Светлана, да, называется? Не знаю, точно, в общем, двигаемся. Посмотрим там. А на пляж именно купаться, ну, наверное, если будет завтра хорошая погода, то завтра. А вот так вот сегодня выглядит речка. Она, конечно, пришла в норму, как и была до, потому что вчера, конечно, это что-то с чем-то было. Она такая была беспокойная, шумная. Вот, сегодня получше. Но все-таки вода грязноватая в море, я уверена. Сейчас двигаемся к набережной, посмотрим. Я бы, конечно, с удовольствием сегодня бы искупалась бы в морешке. Ну... Посмотрим, какая вода. Надеюсь, что завтра будет хорошая погода. Завтра мы точно поедем на пляж с шашлыками. Все как надо. Сдуло. Пойдемте вон туда передел, где. Сюда пойдем, в парк? Ну да, там спокойно, нету никого. Пойдем. Я помню, я думаю, она все цветочки съела. Конфетки. Конфетки. Такой мишка, ой-ой-ой. Ага. Пойдем. Ой, наши уже ускакали. Давай, пойдем, пойдем. Так, идем сейчас на набережную, там... Погуляем, посмотрим, что там за ларечки, а что продают в ларьках. А? У меня есть какие-то. Миланка кушает мороженое, все в шоколаде. Пойдем. Красивые кустики с розочками. Здесь торговые центры. Марина галерея. А
мы двигаемся вот туда. Там еще яхты, там набережная большая и ларечки. Посмотрим, что там есть. Миланка хочет поп-ит посмотреть, какой-нибудь необычный. В общем, двигаемся в то направление. Смотрю на воду, мне прям хочется купаться. Посмотрим дальше, как там. Да. Мы взяли, да, купальники, а я вообще в купальнике уже. Единственное, что бесит вот здесь, если постоянно ходят и предлагают. Ой, абсолютно не бесит. А мне бесит. Каждый, я не знаю, вот ты идешь уже раз, лигни, иди там, смотри, грязно. Не знаю, уже раз пять подошли, предложили яхту. Хотя вот здесь специальные места, как бы, да, ну, скажем так, будочки, где сидят, продают билеты на яхту, да, покататься. Ну, кому надо, мне кажется, сам подойдет и арендует там яхту, покатается. Чем подходить? Это как на рынке Лира, помнишь? Покупайте, покупайте, покупайте. Смотрите, какая тут красота. Как много яхт. Единственное, не дают пройти. Просто вот подбегают и яхту предлагают. Это, конечно, что-то с чем-то. Вот даже сейчас предлагают без конца и края. Кошмар какой-то. Да, Милаш? Сколько, не трогай комарика, сколько нам уже сегодня предложили, да? 20-10. Много раз. Каждый предлагает эти яхты. Просто смотришь, и мы еще, кстати, Лика хочет покататься на яхте, но Миланка боится. В смысле? Я говорю, тоже хочу. Ты хочешь, да, но ты помнишь, мы на катамаране катались? Он открыт, а там закрыто. Нет, он тоже будет открытый. Он тоже будет открытый, солнышко. Пойдем. Я буду за папу держать, или за кого держать ручку. Я трусиха, Миланка еще более трусливее, да? Я очень хочу. Мы тогда в Медвежий Нарек поехали на лодочке кататься. Так мы через 10 минут вернулись. У нас истерика, у меня, у Миланы. Пойдем. Здесь-то яхточка немножко понадежнее. Ну да, шумная лодочка. Здесь-то классно. Мы немножко даже позагорали. Не скажу, что купались, но в купальничках позагорали. Ноги немного помочили. В общем, где-то часик прям хорошо отдохнули. Сейчас идем по набережной погуляем. Кафе пустые. Набережная красивая, конечно. Тут ныряют вовсю. Слушайте, ну ничего, такая погодка. Мне кажется, вообще прям классно распогодилась. Я надеюсь, что завтра вообще будет круто. И мы весь день будем на пляже. Проведем весь день на пляже. Будет сейчас прыгать. Нет, на. Давай, Лика. Прыгать, да, с разбегу. Вот оттуда, просто как... А, оттуда прыгать будешь? Ну да. Ага, Миланка выбрала заводной апельсин, да. Мороженое, кусочки свежего апельсина, вишневый сироп. Алика выбрала черную жемчужину. Мороженое, Ферреро-Роше, шоколадная вафля, конфеты Ферреро-Роше и шоколадный сироп. Зашли с Ликой в ларёчек, здесь разный чай продаются ручной работы. И с жасмином, зеленый персиковый сад, лесные ягоды, чабрец, бергамот. В общем, разные. И я вот думаю, брать, не брать нам чай. Аликуль, подержи. Ой, только не за очки. А есть еще, смотрите, вот такой вот чай восточный. Это, наверное, с корицей, скорее всего. С
мятка. А, это просто ягоды, именно можжевельник, мелисса разные. Лика, решили немножко прогуляться, наши отдыхают на лавочке, мороженое доедает Милана. Лика уже доела, и мы идем с ней по набережной, по ларечкам, смотрим, что в ларьках продается интересного. Чай все-таки не взяла. На самом деле мы больше любим заваривать такой пакетированный чай в пакетиках. На рост как-то вот, ну, не знаю. Ну, я уже, конечно, не буду такие купальники брать. Так, ну, в общем, текстиль мы весь вот этот все да. проходим, да, ищем всякие сувенирчики, да, красивые. Мы как бы до конца не прошли по набережной, потому что уж очень долго идти. Хотя можно было прогулять, но все равно. Я бы вообще, честно сказать, еще бы к морю бы прям пошла бы ножка. Намочила бы. Так хочется на пляж. Текстиль. Слушайте, а может быть правда поехать на пляж? Ну нет. Его набрать, поехать вообще на пляж. Почему нет? А кто мешает? Вы что дома сидеть? Можно также взять суши и пойти на пляж. Ну можно. Кстати, а? Может правда съездим на 4? Ну ладно, это сложный выбор. Радуга. Есть еще мороженое, хочешь? Только мороженое какое показать. Такие вот есть, все тут разные. Ананасик. Мороженое 300. Не, мороженое. Мороженое у нас есть, вам, да, Мила? Это ананас. Ананасы классные. Ананас нравится? Я бы рада купила, да? А мне радуга, да, больше нравится. Мне тоже радуга. Все. Смотри, радуга необычная. Давай радугу возьмем. Вот это? Да, Милан. И в тульскую сторону хорошо. Шпопается. Ну, он какой-то такой. Ну, обычно красный. А радуга прикольная. Милан, выбирай. Ну, ананасик тоже красивый. Из этого. Из этого убирай. Какие. Трудный выбор. Ну, ладно. Был бы тут один, ты бы и не думала бы. Взяла и пошла. Был бы один. Было бы неинтересно. Ананасик. Точно? Точно. Все, зря. Или нет. Ну, не знаю, мне кажется, прикольнее. Мне кажется, радуга бы прикольнее. Да. Под цветом не больше. Да тут здесь везде на каждой ананасик нарисован. Да? Ну все, ладно. Ананасик. Смотрите, там ананасик, видите, на каждом? И так хорошо. Ну, такой шикарный, видите, ананасик. А смотрите, да, на сейчас каждый. Я на солнышке покажу. Это... Он стоит ананасик или... Да, он такой выбитый, как да, будто бы да. рисунок. Классно, смотрите. Да, Милаш, тебе нравится? Тихо, смотрите. Он не высовывается, он очень... Это тоже есть оригинальный, если оригинальный. Он очень хороший, смотрите, как ликает хорошо. Все, спасибо. Все, Миланка довольна. Миланка так ждала. Даже суп целый съела. Ой. Так, заказали вот такой набор. И пока готовится, мы сходим в IT. Возьмем водички. Сейчас собираемся на пляж. Все-таки пойдем на рельеф. Лика, ты куда? А, давай. Пойдем на ривьеру, в общем, будем кушать суши, посмотрим, как там с пляжем. Если что, то возле пляжа ривьеры есть очень хорошая дадовая зона для отдыха. И там можно будет покушать суши, отдохнуть. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем, допустим, идти дома сидеть. Папа тележку возьмет. Так. Нам нужен сок. Сок, да, может быть водичку какую-то, а не сок. А, на завтра нам тоже надо. Да, на завтра на пляж тоже надо закупиться. Мы двигаемся в сторону ривьеры. Да. Взяли с собой разные вкусняшки. Мамка взяла с собой кучу разных попиков. Попыты. Что-то классно, он хрустит. Тебе отдали? Да, Миланка пока едет на самокате, говорит, а ты, говорит, держи его. У нас тут супер ужин, суши разные.
Я пробовать. Соки. Я... Подожди, подожди, вон ложечка, руки, я где-то девочку тебе дам. А руки вытерла, хорошо? Разные чипсы. Хорошо, держи. На пляж не пускают, к сожалению, именно на ривьере сильные волны. Так, мы уже топаем домой. Что вы делали без телефона, да? Ну-ка, Миланка, покажи, как светится у тебя красиво. Вау! Искры, конечно же. Вообще класс! Ой, да, это же... Можно да. Я? Вау! Ой! На! Отходи! Не курить, не пугай. О, смотри, вниз, 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 вниз. А тапочки друг, что-то а? Слабенько. Я не чувствую, куда нажимала. Ведь бы класс вообще. Очень красиво, очень. Красиво, очень элегантно. Красиво, красиво. По принцессе. Ой, а папа вообще не может кататься на самокате, на таком маленьком. Давай, 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 погнали. Все не так было? Да вообще офигенно было, правда? Красиво. А она еще вот так вот делает, вот так вот с пяточкой. Чик-чик-чик-чик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Посмотрите. Не надо рулем крутить, зачем ты так делаешь? Поиграешь? Нет, нет. Нет, сюда, поехали сюда. А у меня пупыт новый.